Я вообще хотела на самом деле призвать всех людей, если вы даже не являетесь поклонниками симфонического оркестра, вот с этого как раз и начать. Некоторые люди боятся идти, потому что уснут, тупо уснут. Ну, здесь вы точно не уснете, я уверена в этом, потому что это какой-то космос. Особенно если вы любите электронную музыку. Я мечтаю сходить на вот диджея с симфоническим оркестром. Мне кажется, они так прокачают зал, что у всех мурашки будут бежать. Потому что это такая глубина, это настолько многослойность и сочетание несочетаемого, это всегда будоражит. Это все очень круто. И как раз в этот момент, мне кажется, вы полюбите оркестр. Потому что такой мощности никакая одна электронная музыка она не даст. Я обязательно реально на все это схожу. Я пойду с мужем, я пойду с дочкой. Концертный зал. Сюда можно нарядиться, накраситься, быть красивой, надеть какое-то вечернее платье. Я считаю, что для Омска это очень крутое и правильное событие. У нас в городе не так много мероприятий хороших, качественных, на которые бы мы могли ходить.